Здравствуйте, меня зовут Анна Сергеевна, я дежурная медсестра, которую буду проводить внутривенную инъекцию. Пожалуйста, представьтесь, назовите свое имя, фамилию, отчество, номер палаты и возраст. Внимание к пациентам и полная дезинфекция. Профессия медицинской сестры остается самой востребованной в системе здравоохранения. Без этих волшебниц не может обойтись ни одна больница или поликлиника. 12 мая феи в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник – Международный день медицинской сестры. Требования к их навыкам каждый год растут. Делать уколы и ставить капельницы, вести историю болезни и помогать лечащим врачам уже недостаточно. Одна из концепций развития сестринского дела предполагает то, что медицинская сестра в будущем станет специалистом, который планирует собственную деятельность, который может выполнять независимые сестринские вмешательства, и является специалистом не только как помощником врача, но и самостоятельным специалистом. Анастасия Прокунина с детства мечтала стать медсестрой. Вдохновила девушку ее крестная, которая увлекательно рассказывала истории из собственной практики. Мне хочется очень помогать людям. Ухаживать за больными, например, облегчать их жизнь после операции, например, после травм, так как некоторым больным не могут предоставить такой уход родственники, я бы хотела помогать. Сейчас Анастасия учится на первом курсе сестринского дела. Оказалось, что оно скрывает множество нюансов. Нужно знать многочисленные санитарные нормы и действовать четко, чтобы пациент был уверен в эффективности своего лечения. Именно легкость, с которой работают врачи, вдохновила Анну Жильцову посвятить себя медицине. Я просто часто болела и сталкивалась с этой проблемой очень часто. Я видела, как саму важность профессии врача и хотела тоже помогать людям. Сейчас девушки готовятся к сдаче экзаменов. Практические навыки они отрабатывают на многочисленных симуляторах, а уже летом им предстоит пройти практику, где их пациентами станут реальные люди.